Да, баклажаны мы уже кушаем. Баклажаны хорошо удаются, только я сажу их в феврале. Как посадила один раз стаканчик, так в стаканчике и сохраняю, так потом сюда и высаживаю. И вот огурцов еще нет, а, пожалуйста, баклажаны и перцы. Лишние листья обрываю, подкармливаю, как обычно, как все, и как перцы, и как Чем? баклажаны. Только вот я их не содержу в одной теплице с другими, вот только с перцами. Пробовала с помидорами – плохо, пробовала с огурцами – плохо, а вот с перцами уживаются. Подохлебы, они любят влагу, и постоянно их держу влажными. И водичка стоит специально, чтобы как чуть так подливаем. Чем кормите? Птичьим пометом. У нас же свои птички. Поэтому мы птичьим пометом все и подкармливаем.